Доброе утро. Good morning. Доброе утро. У нас сегодня 11 марта 2018 года. Вот. Мы сейчас в Варанаси все еще. Сегодня мы уезжаем в Дели. И сегодня у нас до обеда свободное время. Кто-то пошел на пуджу, кто-то пойдет на гангу. Саши хочет немножко окунуться, поэтому вот я иду с ним. Так, а это что? Это уже, наверное, всякие президентские охранники съезжаются. Нам же завтра президент Франции приезжает и премьер-министр Индии к нам. К ним мы-то уезжаем, а к ним в Варанаси приезжает большая тусовка. Очень часто это случается на индийских дорогах. Так, ну как вот я вижу, большие аварии, конечно, случаются, но немного. А вот шорк-шорк, это везде, каждая машина обшоркана. Ради этого они не вызывают гаишников. Вот, обязательно бумс-бумс. Там бумс, тут бумс. Плотное очень движение, поэтому, конечно, нет-нет, да и заденут друг дружку. Матушка, о чем задумалась? Пошли на гангу. Перекрыла матушка всю дорогу. Хануман. Вот это Асигат. Аджи. Купили цветочки, гирлянду, тарелочку. Два нанди забрались. Ой-ой, он идет тяжеловато оттуда, но зачем-то какие-то он нашел причину подниматься туда наверх, непонятно. Свободные коровки. Прекрасная утренняя ганга. Какая здесь изумительная архитектура. Какое все неповторимое. Вот уже к нам же, к ним же приезжает президент Франции. И вот уже большие вот картинки напоминают об этом. Моди и президент Франции. Фотографируется. Вот так девушка из-за колонны выглядывает игриво, кокетливо. Здесь так много собачек. Собачечки. Здесь их невероятно много. Город, в котором больше всего собачек, я увидела. Так, что-то у них заблокировался. Здесь собачек. Путь. Вот они, два красавчика в обнимку. Саши пойдет окунуться. Цветочки, гирлянда сложилась в виде сердечка. Саша погружается. Мера сабун кия куй. Ой.
Везде показывают грязную, очень грязную Гангу, но на самом деле вот то, что немножко тут мусора прибило, тут в основном такой мусор, по большей части какие-то горшочки, цветочки, немного пластика, но не сказать, чтобы она такая грязная, как я ее часто вижу в фильмах и видео нашего телевидения, она вполне себе нормальная. Поскольку почти 1,5 миллиарда людей и миллионный город, и приезжают сюда миллионы паломников, то, естественно, какая-то грязь тут накапливается. Но не настолько все катастрофично. Я даже иногда думаю, что люди используют фильтры, потому что я смотрю, не такое яркое, как на самом деле. Какое-то все угрюмое, не знаю. Мне очень нравится. Я ожидала, конечно, гораздо худшего, когда первый раз сюда приехала. Я думала, это будет просто берега грязи. Она чистая, она не пахнет, она пахнет ароматическими палочками. Даже трупы, которые проносят и жгут, они вообще ничем не пахнут. Я думала, будет запах какой-то сладковатый, как тоже иногда пишут, сладковатый запах жареного мяса. Нет никакого сладковатого запаха. Я очень много видела кремации здесь. Все замечательно, прекрасно. Саши пойдет так. Это нормально здесь, в этом городе. Вот-вот. Это, говорит, не очень холодно, не как в Харидваре. Очень холодно. Это может, там может быть в 5 раз холоднее, говорит. Ну уж ты уж. Один парень, говорит, сказал холодно. Я, говорит, ему сказал, ты не знаешь, что такое холодно. Холодно это Ришикеш. Пошли на завтрак. Гостиницу, наверное, чистая вода привезена. Люди занимаются йогой или делают вид, что занимаются йогой. Фотосессия. У кого что? У каждого свои цели. А вот там чудесный бычок тоже встал на постамент. Он просто наблюдает за нами. Я считаю, даже бычок счастливый, что он живет в этом городе. Город прекрасный. Я вот так люблю. Такой своеобразный. И очень счастлива, что этот тур, который собрала Татьяна, она мне просто написала год назад. Говорит, Ирина, если я соберу людей, вы проведете нам такой же тур, какой у вас был ваш первый тур? Говорю, конечно. Дели, Харидвар, Ришикеш, Варанаси. И все. Beautiful trip. Yes, I tell also same. Я тоже об этом говорю. Он говорит, прекрасное путешествие. И вот благодаря тому, что Татьяна захотела привести группу сюда, у нас был шанс помочь ей и привести эту группу сюда.
Они все бреются. Вот семьи, у которых кто-то ушел, оставил тело, им надо побриться. Вот это все палочки Нима они продают. Палочки Нима, горькие. Это что, подметает так? Ой-ой-ой. И они их жуют. Вместо зубной пасты жуют. Когда разжевывают уже как кисточку, начинают чистить зубы вот этой разжеванной кисточкой. Ним прекрасный антисептик, укрепляет зубы. И они чистят не по 2 минутки, как мы, а вот этой палочкой они минут по 10. Я много раз наблюдала, как индийцы чистят зубы палочкой Ним. У нас это можно делать дубовой палочкой. Точно так же. Долго разжевывать. Дуб тоже укрепляет десны, зубы. Женщина вот здесь и гладит на улице ее бизнес. Еще и стирает вот здесь, возле дороги. Вот так вот колотит камень. Потом сполоснет. И это будет уже стиранное белье, чистенькое. Они, правда, очень хорошо отстирывают. Единственное, что если так колотить тонкие одежды, они испортятся. Какой баба красивый. Зеленый, атласный. Ой, чудо, а не баба. Так, матушка. У нее бачок кто-то подрал, там ножка ободранная. Вот здесь вот рамка. Большая такая. Она почти с меня ростом, высокая. А дорогу она не уступит, если что. Поэтому надо быть внимательным. Головой просто ткнет и отшвырнет по большей части. А вот обезьянка лангур. Здесь, кстати, в основном маленькие обезьянки. А вот наверху сидит красавчик. Они уже похожи на человеков. Они хануманы. Хануман. Царь обезьян. Ага, давай, садись, пей чай. Чай. А, давай, давай. Доу чай. А, да, вот сюда можно сесть и наслаждаться видом улицы. Мне только чай. Вот здесь вот в бумажных стаканчиках подают. Спасибо, спасибо. А по большей части в Варанаси дают в глиняных стаканчиках. Очень красиво. Только мне их жалко выкидывать. Ну, что поделать. Такой тут у них бизнес. Кругом полиция. Проверяют, охраняют, ждут президента Франции. Какой? Ну хорошо, спасибо. Угу. Давай, спасибо. This is biscuit from olden time. Это вот такие печеньки вот этого стиля с давнего времени, когда они были совсем детьми. Они тоже такое покупали. Они вот несли в булочную образец, несли свою муку, и те им пекли такие бисквитики. Дома они их не пекли. Сейчас так не делают. Эта коровка совсем попачканная. Эти две более чистенькие. Она, наверное, от других хозяев. Не заботятся о ней хозяева, не моют ее. Саши прям уже как саду. You like саду? Nothing. Ничего. Полотенце, набедренная повязка и пошел, как принц Махавира.
основатель джайнизма, на бедренной повязке. Ну, не надо совать ноги-то, надо же смотреть под ноги. Это вот этот вот, наверное, потом туда всунут. У нас тоже здесь опасная. Вот этот маленький переход, очень широкие трубы, и не дай бог нога вот так скатится, поэтому вот это надо переходить аккуратненько. Ну, всяко случается. Очень приятно жить рядом с храмом. Постоянно у них какие-то мантры оттуда слышны были вечером. Но мы как пришли, мы вчера столько ходили, что просто я пришла, бутс на подушку. И только сегодня вернулась в сознание. Ни снов, ничего. Не просыпалась ни разу. Удивительно. А, вы уже ням-ням пришли. Самые, кто обещал, мы придем позже всех. Мы проспим. Хорошо. Мы сейчас придем, да. Дарлин, камин, камин. I stay here. А что так темно-то у вас? Что за... Света нет? А, for me also омлет. Bread омлет. Bread омлет, same like for them. Ребята, обратите внимание, они подготовились, скатерти нам накрыли, нож с вилкой у всех. Бог мой, это вчера была просто вчера репетиция. Было... Мы было, свалились, что... как снег на голову, да, на то, них. То, что было, то и сделали. Да. Слава Богу. Это, видимо, они прошли тренинг такой жесткий, потому что я вчера слышала, как они объясняли, хозяин объяснял поварам. Они говорят, что такое черный чай? Берешь горячую воду, суешь туда пакетик. Они думают, ну ничего себе, заказ, да? Вот это заказ, да. Воду едят. Воду едят. С каким-то пакетиком. Ну и как приучили англичане с молоком, они с тех пор с молоком и пьют. Ну, принесли без молока. Нет, но вы же просили без молока? Нет, просила с молоком. Ну, давай мне. Вот он просил. Да, вот это потом. А, дай ему, да. Мне еще не принесли. Кетчуп, ну, передай, пожалуйста. Кетчуп, да. Не, ну вы прямо уж совсем хотите квантовый скачок от них. Это в следующем году будет кетчуп. Вчера дали. Вчера дали? А, кетчуп. Все, все, понятно. Вчера дали, когда попросили. Ну, сейчас попросим. Мне без кетчупа прям так все мягонько, вкусненько. Да, мне тоже без кетчупа вчера было. Ничего. Дождалась своего омлета. Все уже разошлись. Они выключили плиту. Забыли про меня. В темноте тут меня и не заметили. Пришлось напомнить. Принесли мне, правда, с ложкой. Ножа не принесли, нож я уже взяла с чужой тарелки. Ну, хоть как-то. Ну, можно и ложкой резать. У них, по-моему, пока не полный набор комплектов столовых. Все, кто ел омлет, все вернулись на завтрак на второй день. Все, кто ел пури, всем было очень остро. И они не пришли, будут завтракать где-нибудь на улице. Так, все. Thank you very much. Thank you. Ой, и Дарлинг пришел. Дарлинг, everybody finished. Все, ну все, давай. I go home.